Департаментом юстиции был проведен правовой мониторинг в отношении нормативных правовых актов местных государственных органов по Карагандинской области. В ходе проведенной проверки 6 НПА приведены в соответствие с законодательством, 15 выявлены как устаревшие. Анализ показал, что 29% от общего количества НПА противоречит законодательству, остальные же содержат устаревшие нормы. Стоит отметить, что местные органы государственного управления в очередной раз не предоставили необходимую информацию в установленный срок, несмотря на неоднократное напоминание и систематическое разъяснение требований правил. Мы не сторонники бесконечно наказывать людей. По информации Департамента юстиции мы направили акимам, чтобы они посмотрели, наказали, там привели соответствие и так далее. Часть опять же привела соответствие, людей наказали. Наверное, просто люди уже юристы и просто сотрудники других отделов, акиматов, городов и районов, наверное, уже привыкли к этим наказаниям, они на них уже не действуют. Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о продолжающемся формальном подходе некоторых местных государственных органов не только к подготовке и предоставлению информации о результатах проведенного мониторинга, но и к самой процедуре проведенного анализа. Александр Крылов, Тулеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.